Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматический пистолет Umarex Rager Mark 1. В комплекте поставки нас ожидает руководство по эксплуатации, удлинитель ствола и сам пистолет. Внешне модель повторяет огнестрельный пистолет Rager, который был выпущен в 1949 году. Umarex Rager Mark 1 стреляет свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. Взводится и заряжается он путем перелома ствола. Производителем заявлена максимальная скорость вылета пули 175 метров в секунду. Корпус выполнен из качественного и прочного черного пластика. Все внутренние механизмы и нарезной ствол изготовлены из качественной оружейной стали. Весит пистолет 1 килограмм 210 грамм. В качестве прицельного приспособления используется открытая мушка и регулируемая прицельная планка. Также они оснащены фиброоптическими нитями, которые облегчают прицеливание в темноте, а также на контрастных объектах. Предохранитель не автоматический, находится над рукоятью. Пистолет подойдет для использования как для левшей, так и для правшей. Давайте перейдем к испытаниям. Данная модель станет отличным выбором для спортивной и развлекательной стрельбы. Приобрести этот пистолет вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».